Пассажирский автобус перевернулся в Мамонтовском районе края. ДТП произошло на трассе Павловск-Ребриха-Буканская. Автобус ехал в кювет и опрокинулся на бок. По версии сотрудников МЧС, водитель автобуса не справился с управлением. Накануне прошел дождь, и дорога была скользкой. Единая дежурная диспетчерская служба Мамонтовского района сообщила, что всего в автобусе находилось 42 человека. 15 из них получили мелкие травмы. Сейчас их осматривают врачи Центральной районной больницы. Известно, что серьезного вреда здоровью нет. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.